Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Посол, а чё мне прогоняете? Сам посол. Сам посол, ты чё? Не отвечаю, молчу. Давайте во что-то поиграем такое. Все хорошо, ребят, 3 до 2 тут. Больше никто карты ставить против меня не будет. Верни противников, чтобы это так надо наводить. Так, тур по всем. Каждое поражение сделает тебя сильнее. Смотрите, что у меня. Шук! Ой, показалось, не умею ничего. Сюда. Не сюда. Только у меня проблема, или у всех моторов стримов не работает. Не знаю, спросил других, но, по-моему, должно нормально все работать. Так что думаю, что только у тебя проблема такая. Наги, мурлоки. И тут возникает вопрос, кто мурлока поставил? Хотя у нас Мойра есть, да? А Мойра мне нафиг не нужна, потому что я хочу играть. Может быть, гибель существ ради уник? Ребят, вот это или вот это? Мойра прикольный, я могу с ней, возможно, что-то переобуться. Мурлоков могу пойти. А, зверей нет, подождите. С релаком не будет так работать. Один. Мурлки надоели. Ну, есть такое, кстати. Ладно, давайте. Гибель существ тогда наших. Ну, давайте что-то такое заберем, наверное, на стол. Пусть потихоньку фидят. Три прям изи. Слушай, один по идее должен быть изи. Они оба довольно хорошие квеста именно по выполнению. Здорово вообще квесты когда и уничтожить, и гибель существ тем, что вам, в принципе, еще делать не надо. То есть вы, ну, как играли, так играете. Вы даже не думаете про квесты. Вам не нужно что-то там ролить, обязательно покупать боевые ключи, обязательно покупать какой-то там определенный тип существ. Просто сидишь это такое. Играешь в свой Hearthstone и потихоньку карта уничтожается. Я хрен с ним. Потом следующий левел пойдем, потом наш новый левел пойдем. Ну и забыли там про квест, когда выполнится, так выполнится. Направо, направо, направо. В него же, в него же, в него же, в него же, в него же. Не везет. Не везет. Получить лорда квест на сферу и скопировать 7 лордов. Ну, ты для этого должен быть 6-й верни. Пока ты будешь бежать до 6-й верни, возможно, тебе лицо разобьют. Бананья. Бананья. Такая штука есть. Можно сейчас раз тебя разбить и забрать щиток сюда. Что изменилось раньше? Ведь Сильвас не играл, как будто последние две недели силен стал. Сильвас, ну я говорю, как раз таки стал в паре с лордом тренером, и именно что в него залочение дается. Теперь он работает. Раньше Сильвас был просто карта, которая давала тебе одну. Один спел, ну, на этот, на раскопку. Что было? Ну, неплохо, но такое, да, сосо. Ты все равно его хотел брать, все равно с ним играть, но. Не так, как не так яростно, как сейчас. Такой сейчас смотришь на него, такой: сюда! Сильвас, сюда! Сейчас грет на тебя найду и буду по 30 плац получать заход. Именно раскопка. Именно раскопка. Так. Держи кепку до шестерки. Я, кстати, не уверен, смогу ли до шестерки донести. Нам надо, чтобы у нас лицо тоже не рассыпалось. Не. Здравствуй, можно посоветовать забанить всех засранцев в чате? Это можно, да. Ты пальцы покажи на всех засранцев, я всех перебаню. Пальцы на них покажи и все. Считай, их уже нет в чате. Если меня забанят, я смогу за балл разбаниться, а ты вроде не сможешь баллы юзать, если тебя забанят. Но кто-то другой, может, такой: боже мой, нет! Как вы посмели забанить моего лучшего друга?
Разбаньте его срочно. Не, ребят, ну не надо мне пальцы показывать. Меня, ребят, не забанить. Не забанить и, кстати, еще не засранец. Ну, ружбана, ну будет это позже. Там, кажется, заказали только три, что ли. Либронька, привет. Так, ну карта зафидит. Он, в принципе, еще в тройке остается. Хочет там кучу какушек, да, делать. Ну, цикл энергии, кстати, неплохой этот. Неплохой квест. Не, призывы бан еще не давали, я говорю, чуть позже будут. Третий дроп. Пока броня отлетает, надо следующий снова левел делать, потом снова левел. Так, сколько у нас вообще наг на столе? Секундочку, одна, что ли? В него. Слишком поздно. Дайте мне этот, двойную раскопку или краденую лампу или что-нибудь такое. Но, куда ты бьешь? Направо. Хотя и билка, подарок. Звездочки еще. Блин, звездочки это типа родительский контроль, да? Молот есть, фолиант есть, секундочку. А что из этого берем? Молот или фолиант? Я могу забрать молот, точнее, на разведчика и сразу продать за две четверки. Я хочу левел пойти, так что, наверное, это все-таки молот. На следующий ход у меня, кстати, снова будет молот. Желательно будет наг каких-то набрать, на следующий сделать левел, поставить лора тренера, дать него молот. Он, ну, типа, будет снова забафан. И забафать как можно больше наг. У меня сход 2-5. 2-5. Кто 2-5? А, 2 пятерки на следующий. Ну, как будто нет, как будто сейчас должен давать. Не, ребята, я типа, я молот сейчас просто никуда не даю, если, ну, то есть, как сюда дам мурлока на этот чмошный. На следующий как будто молот сюда полетит. Ой. Но. Ладно. Ой, ладно. Let me see you move. Раванда, Раванда получили. На самом деле нам наг на норм не дали. Я мог 5-2 забрать, но это чмошный наг. Так, сейчас снова забираем себе что-то там. Рука получается, я левел сейчас должен идти. Вонющая рука. Так, зверей нет, эта штука вся нагу дает. Оп. Мстительный ползун. Отомсти за меня. Мирмидон есть, которого можно побафать. То есть ты сейчас 100% воруешь именно Мирмидона. Мирмидон в руке остается. Получается еще 12-12. На следующий ход выходит. Секундочку. Секундочку! Привет. Здорово. Я пойду сейчас троих просто продам и заберу еще плавчиху, и пусть она тоже бафается. Подзолочил лорда тренера и сидуньком так. Даю спел, отсюда еще спел. Бафается, ты забираешь мирмидон, и мирмидон в руке побафается.
на следующий еще ролл, ты мне даешь что-то там, и потихоньку в это выходим. Так, вот, сейчас, аноним, секундочку. Здорово, еще раз, ставлю твой трек. Есть, ребят, еще какие-то варианты? Тебя забрать. Давайте вот так пробуем. Опа. Не знаю, вот так, что-то так сидунькаем. Значит, играет, я не знаю, что заказали. И трек. Сейчас, ребят, я послушаю, что там вообще играет. Что там, Big Taste, бургер с картошкой, что там, кушает, короче. О-о-о-о! Сфера, подожди, молот еще дали! Чат, один или два? Молот это отлично, это на два хода молот. Сфера мудрости, я могу сейчас что-то получить. Мы верим в два, я могу попробовать с два что-то прикольно собрать. Что, раз два хотите? Давайте, пробуем с два. Так, ролл делаем, сейчас я ее продам. Это рандомные легендарки, да, прокнули, фигня полная. Тетрис золотой, секундочку, это мне надо, а не надо. Не, я пробую пропустить сейчас. А его оставляю, потому что если скопируется, тоже нормально. Неплохо, но у меня сфера мудрости. Забрал бы молот, я бы забирал эти сплеи, но я не... Сфера мудрости, ну алло. Алло, сфера мудрости. Вот, хорошо. Хорошо, секундочку. Не зря забрали. Пока лорд-тренер заберем, два залучения будет лорда-тренера и того и другого. Другое дело, ребят, другое дело. Опять же срота, это срота редчайшая, ты ее нигде никогда не видел. А да, это та же самая срота. Ребят, не зря забрали сферу мудрости, магаз копировал. Я, собственно, кстати, из-за копирования магаза, говорю, я оставил обезьян на столе, чтобы она тоже копировалась. Фигня играет, ну да, есть такой цель. Золотой, а, не золотой тетрис. Ну все равно, два тетриса, бран, голдишка, все есть. Все есть, посмотрим, шоу мимо чагат. Лицо оппонентов нормально, он улыбается, он смотрит такой, у меня 7 голды в обилке, у меня голда с 5-4 пирата, который мне кучу голды дает, у меня 2 тетриса и бран. Я бесконечен, вечен, бесконечен, все понимаю, все этот, все знаю. Ну, вся фигня, да, вот так заберем. Золотые. Золотые. Можно эту штуку этот? Здесь секунда будет, но пока еще нет. Типа с то маловатым. Наверное, мы заберем эту штуку. Может, обратно раскопать. Ой, не брать. Типа, боевый клич раскопать, которого еще, кстати, боевый клич. Секундочку. Ну, слушай, неплохо. Неплохо, единственное, что здесь, я даже не знаю. Мы, наверное, все-таки Мирбидон Дон стол поставим, пусть сразу бафается. Я могу тебя поставить, чтобы ты мне сплы давал. Жадно немножко, но... Два спала, да не, фигня.
Золочение. Можно вообще дать сюда куда-то золочение ради статов? То есть, чтобы здесь сейчас быть сильнее, золочение Мирбидона, ну понятно, усиление. С одной стороны. С другой стороны, мне нужно другой спел разыграть. Еще один под вас двоих, правильно? Если там сюда золочение, то я могу получить еще этот спелы. Под плавчихой. Еще один спел, точнее. Наверное, все-таки сюда сделал ради статов. Если что, золотая, которая дает 6-10, это оригинальный спел, ну, то есть уникальный спел. И он считается как еще один прок. Золотой обычный спел считается как один или два, я говорю, два раза спела. То есть золотой спел и обычный спел это два раза спела. Ты уверен, да, они же разные. Ну, так получше было, ну, может быть. Это мелочь. Да, он сейчас ничего не забьет, тут не важно. Там он дает на постоянку, если карты забиваются, если бы все зафидило, и я, ну, они бы погибли, то я получил бы два здоровья на седан. Эта штука зарынить можно, подождите. Она, если что, не считается, ну, то есть она по тренерами не работает. Можно что-то хорошее, можно зарынить. Пробуем, но это весело может быть. Баня раскопать, я могу баня раскопать, да, ну, блин, это весело. Г2. Я хочу эту штуку забрать. А сел или где-то тебе собирать? Мне слоты все равно нужны, чтобы на что-то еще. То есть я мог себе этот предмет найти себе стилеваза, его поставить на золочение. Я все еще готов тариться, стилеваза здесь идут, я готов забрать, продать что-то за их. Удачи, хотите, не хотят, ну ладно, ладно, хорошо. Хорошо, не хотите веселья, неинтересные вы. А вот тут вопрос, кстати, хочу ли я вам золото собрать или нет. Чат, мы его собираем или нет? Так, удачного стрима, просто, Атя, спасибо. Спасибо, привет. Стали трек? Да, собираем. Я могу дать сначала... Ну, нет, давайте соберем, пофиг. Будет сло, да, будет сло, согласен. Можно себя дать, но это ничего не меняет. Нам нужен сливас. Бабл есть, но... О, oh, ноу. No. Ну, чат. Кажется, мы зря собрали. Кто написал? Кто-то написал это ослабление? Кого забанить? Прошли не прошли катки, да типа того, да. Не буду лочить. Прикольно, чешуя, но не буду лочить. Сливас мстительно. Отомсти за меня. Ай. А, это за что? Это расслабление, ну немножко расслабление там. Но с другой стороны, мы же не просто так пошли ослабляться, у нас был план, мы хотели сильвазов, сегодня золотой, кстати. Золотой, верни сильвазов, не трогай их больше. Я писал, что не сделаешь ничего, я поинтересоваться просто хотел. Секундочку, блин. Блин, сейчас. Пропустить инвестиции. Ну, я думаю, я просто две инвестиции заберу. Я просто сейчас думаю, я буду ролить, и выйдет хуже, нежели если бы я просто брал инвестиции. Я могу пробовать подролить, вдруг мне сейчас нужно дадут что-нибудь, там, не знаю, лор-тренера дадут, я такой, о, прикольно, двоих забираю. С текучей все уже не работает, была бы текучая строке, было бы неплохо, но...
Мешок смотр работает? Да, работает. Мог на сейчас, на следующем. Не, не буду ровалить. Давайте я вас заберу, но если вдруг что-то крутое упадет, то скажете там хи-хи-хи, Арслан, дурачок, там все такое. Пока дешевый сплэй забираем. Грета была бы, да, еще одна. Ну, вот такое, на самом деле, сало-сало. Одни 5 карт нужна? Да, одни 5 карт нужна, согласен. Не-не, ребят, пока не хихикаем, пока нормально все. Маркас, тоже вся фигня. Опа, блюз разгоняем, опа, блюз разогнали. Бамси, да, да, но это дорого. Хотя, да, слушай, и правда заберем, давай. Хотя, я не знаю, это дорого. А, заберем, 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 заберем. Заберем, не выделаемся, поехали. Бабл тебе, золочение там тебе, поставил там куда-нибудь, дал тебе золочение, тоже там куда-то поставил. На буллер не у него поставит, неважно. На яблоко тоже, не пофиг. Только яблоко надо было давать, когда я Грета брал. Так, окрас тот чел, у которого было много всего, да? Поражение 100. Ну, кстати, видите, нас он сильнее. Мы не можем его допробить. Здоровья пока много. Это хорошо, на самом деле, это радует, что по пиратам могут это выиграть. А вот так. Не, у него было совсем не сильно, у него просто билки еще куча голды идет, помимо того, что голды, что стояло на столе. И учитывая два тетриса плюс брана, у него деньги должны быть бесконечные, ну или почти бесконечные. У нас есть теперь дракари, говорят. Ну, тебя побили, давай теперь еще карты тебе дадим какие-то. Так, это хорошо, да, по идее. Сейчас подумаем, как мы сделаем. Верховую хочется забрать, но с другой стороны, давайте все-таки так сделаем. Почему? Потому что я так сделаю, наверное. Продам снова, заберу снова, разыграем еще спел. Единственное, что... Да, ничего не собирается. Блин, мне придется ее продавать. Или не придется, подождите. Придется продавать. А, блин, я ее не поставил. Ой. Что-то, ну, бабл мне на потом нужен. Лучше бы я просто пистолет потерял. Ой, ошибка. Дракарин был точно ставить. Плевать на бабу, на бодракаре ставить, ой-ой-ой. 3-2, ну немножко, да. Точно было ставить. Думал, следующий просто что делать без Греты. Так, ты справился, да, с мешком. Раскопка двойная, это жестко, кстати. Это, кстати, даже жестко, секундочку. Ой-ой-ой, двойная раскопка отсюда. Подождите-ка. Найт бабл дал.
Да. Ладно. Ну ладно. Вообще, я был бы сильнее себе просто двух этих сливадов не собирал. Вот я когда сколько какой-то, точнее, собрал, не сливадов, сколько. Была ошибка. Зря это делал. Опять было поставить. Не, опять я точно поставлю. В прошлый раз все это в голове держал. Сначала пан не стоял, думал, правда, глазик какой-то поискать. Почему пистолет не дракария? А там нельзя пистолет дракария делать, там этот. Звучит только пират или нагу. Не понял, золотая нага 2 бабла дает? Не, один бабл дает. Просто я один бабл получил, когда поставил нагу, потом я ее позолотил и снова бабл получил. И еще бабл таким образом вышел. С этого по такого другого. I don't know if I can see you again. Can I get a kiss? ТТПС двоеточие сиська удалена. Сиська? Сам сиська. Ты золотой. У нее есть спелсу, не дал. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Окей, сидуйкаем. Сидуйкаем. Три, два, два. О, нет! Золотого, подожди! Если что, это самая большая карта у нас была по стам. Так, клифти ударят. Хорошо, справились, окей. Хорошо, хорошо. Хорошо, там в золотом, на самом деле, это было прям лучшее его попадание. Хорошо, да, Мирмидона. Блокировок, ну я вот еле лоу процент свой победил. Еле повезло. Сколько там было? 1%, да? Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.